Ворота Минска. На привокзальной площади города Минска возвышаются две симметричные 11-этажные башни. Ворота Минска. Это архитектурное сооружение является визитной карточкой столицы Беларуси и символическими воротами для тех, кто прибыл в Минск по железной дороге. Башни были возведены в 1953 году. К тому времени археологи раскопали на городском замчище остатки древнего города и предположили, что в крепость Минский замок охраняли две деревянные башни. Эта информация была использована ленинградским архитектором Борисом Рубаненко для создания символического въезда в город. Как и весь центр Минска, башни построены в стиле неоклассицизма. На одной из башен находятся самые большие в Беларуси часы с диаметром циферблата более 3,5 метров. Эти часы были сооружены в Германии, а в Беларусь попали в качестве трофея после Великой Отечественной войны. Другой башни расположен литой герб Белорусской ССР. Также башни украшают скульптуры рабочей, колхозницы, инженера и солдата. В период 1972-1975 годов они вместе с некоторыми другими декоративными элементами были демонтированы из-за износа материала, бетона и опасности обрушения, но в 2004 году восстановлены и сделаны из более легкого и прочного материала.